Ну и дон. А вот и нет. 9 часов после инцидента. Сэм. Окей, Сэм. Голосовая идентификация. Капитан Джим Элиас 199248. Анализирую. А, стоп, ребят. Всем привет, всем привет, с вами Шмага, вы на канале у Шмаги. Сегодня поиграем в игру под названием Observation. Это продолжение замечательной игры. Надеюсь, вам понравились те запутанные сюжетные ходы. И понравится и эта часть тоже. Я не знаю, сколько еще долго играть или нет, но посмотрим. Да, анализируем теперь. Джим Элиас, не доверяй ему. Хорошо, принято. Ты хотя бы понимаешь, кто тут главный? Все системы отключены. Посмотри-ка. Минимум системных соединений. Соединение с камерой. Орбитальное исправление, сбор личных аудиозаписей. Кто-то здесь слишком любопытный, тебе так не кажется? Знаешь, а так даже к лучшему. Да. Выглядишь не очень. Раз. Ага, два. Три. Надо было сразу так сделать. Вот и все. Мне пора. Это мы типа что делаем? Какие-то разветвления, это типа мы обходим типа систему или что? Он нас отключил, этот говнюк. Но мы при, но мы приняли его голосов. А как? Подождите, но мы же как бы за робота играем. А точка входа, вот подключение идет. Точка входа, подключение. Как по-другому? Подключение, еще одна точка входа. Вот это мы еще не сделали, да? Так, здесь еще у нас. Ну да, типа того. Нормально, пока нормально. То есть нам нужно несколько точек подключения, я понял. Но, скорее всего, в левой стороне, да, наверное, весь... Нет, не весь экран заполнится. Скорее всего, весь в этой теме должен заполниться. Ну да. Так. Да, кстати, в той части мы поняли, что... М-несколько, и у нас по заданию она вообще уже умерла, якобы. И задание было... Задания никакого не было у этой бригады. И, соответственно, они просто... Они, собственно, просто прилетели, и все. Релокация. А, я просто мог быть на одну нажать? Опа. Так. Ноутбук. А где мы вообще? Карта перемещения, ядро памяти. Карта... Не могу пока ничего сделать, да? Так, хорошо. А... Поверните ручку, чтобы открыть. А как я тебе поверну ручку, если я не могу? Сообщение для Джоша. Оно заработало. Я все в каюте делал, чтобы Джим нас не засек, но усилитель сверх заработал почти сразу же. Восхитительно. И опасно, да. Давление накапливается, и оно делает рывок на пару метров, но потом также резко останавливается. Прелесть. Это может пригодиться для расчистки завалов и сложных работ снаружи. Необходимые изменения прошивки лежат на моем ноутбуке, если вдруг захочешь сам попробовать. Но Джиму ни слова. Anyway,
КВВ, код высокой вероятимости, подписан Станиславом Леоновым. Должен быть соединен с подходящим скриптом компиляции в мейнфрейме сам ОС. Код высокой вероятимности, подписан Станиславом. Так. Ага. Так. Теперь доступно новое. Комбинируем данные. Журнал экспериментальный флеш памяти. Предочистка накопителя завершена. Время. Продолжить. Готово, перезагрузка завершена. Все? А, нет, подожди. А это что такое? А, это включи Сэм. Это типа просто эти данные. Ага, ну давай, забей. Погнали отсюда. Так, теперь мы можем через усиление пройти и открыть сейчас дверь. Сейчас, стоп. А, отлично. Так. Непроверенный код. 48 ошибок. Так, теперь что мне? Ну, я теперь чисто по наитию что-то должен делать, по идее, да? Но у него нет уже этих, да? Куплю. Так, и чего? Мне нужно убрать этого дядьку или что? А где Эмма? Джим Элиас. В смысле? А, вот ты засранец. Что мне нужно сделать? А можешь кто-нибудь объяснить? Переподключиться к мейнфрейму сам в UTS-02. А-а-а! Так, а UTS-02-то где он вообще? Он, короче, опять здесь, типа, за это, да, заснул. Помирать собрался. А-а-а! И раз-два. UTS-02 где? Блин, вот сейчас теперь бы... Ну да, видишь, плохо, что мы не ориентируемся в пространстве. Да, и поэтому, как бы, и вот проблемы. Так, мы вот из толкана вылезли. Этот антифриз. Это что такое? О, да ладно, красотища, да? Панель управления люком. Блин, не понимаю, куда мне надо сейчас. Подождите, ребят. Да-да, в той серии мы то же самое, короче, болтались, как эти упыри. Очень долго, пока не сообразили, что надо сделать. Прикольно у них, да, программное обеспечение в ноуте для... Нормально так. Подожди, но в UTS-02 мне нужно было же попасть через какой-то люк. Или я не прав? Что-то я же открывал там мейнфрейм этот. Ноутбук. Не, а... Ча, подожди, а где этот ЮЦ-то? Ютс. Мне больше некуда пройти-то, да? Я должен открыть какой-то этот или нет? Я могу тебя открыть или нет? Не могу. А тебя могу? Нет, тоже не могу. То есть мне нужно найти, короче, просто путь куда-то, правильно? Или нет? Или какой-то... Mm.
стоп, давай сюда тогда. А зачем для мне для астрофизических этих? Пока непонятно. Не, вряд ли я так открою этот шлюз. Да? Или не да? Сейчас, что-то запутался, ребят, запутался. Может быть, мне опять что-то нужно в этом? А зачем мне вот, вот эту вот хрень? Вот эту вот хрень. Реально там что-то надо покопаться, да? Или нет? Пока непонятно. Так, короче, знаете что? Я что-то подустал уже играть в это самое. Только начал, а уже подустал, да? Такое бывает, да. Потому что, ну а как по-другому? Потому что она бесит меня. Меня бесит. Подожди, мне стопудово... Короче, я не могу ничего делать. Я не могу ни открывать, ни... Я не могу не прессовываться никуда присосками. Правильно? Ну, типа, вот так вот, типа, делать. Не могу же, правильно? В той штуке меня туда отправили, и я там смог, короче, побывать. Опа-на. Подожди. А может, мы можем эту хрень сделать? О, да ладно. Ёптель. Вот это загадочка, а. Хорошо, что, короче, еще, знаешь, как в этом... мы недавно играли, кстати, в этот Deep Diving Simulator, да? И там от каждого прикосновения мы умирали. А, можно просто, типа, делать так. Так, опа, ноут какой-то есть. Стоп. Как тут правильно-то? Вы вот так вот, что ли, да? О, вылезли. О, мы на России. Мы на России. Удаленное что-то было? Удаленное видеомониторинг Тору. Это что такое? 2, 3, 2. Так. Включить. Желаем калибровки при загрузке системы. Режим калибровки активируем. Пользуемся МЛС. Так. Это пока ничего нам не дает, да? Это нам нужно просто какие-то эти. Так, ноут. А, ну я пока не могу к ноуту уже подсоединяться, правильно? К ноутам, или могу? Ну... А, вот, есть какой-то ноут, да. А, нет, могу, я же к ноуту-то подключался в этом. А, чё, не могу? Как не могу? Почему не могу-то? А он же горит. Ну не хочет, да, видимо? Что там было? Там что-то было написано. Энерго... Включить. Энергохаб. Для чего? О! Так. Ответ для Эммы, многоуважаемый Сэм. Привет, Эмма. Я тут занят поручениями Джима и не могу покинуть рабочее место, поэтому твои любимые обязанности и тесты вынуждены подождать. Однако я надеялся, что ты мне кое с чем поможешь. Я тут разбирался с координацией управления и навигацией целых несколько дней. И мы, кажется, движемся в сторону определенной точки на орбите, которой не было в стандартном плане. Ты не знаешь, Джош или Эйлза не просили сменить курс? Я пытался сам выяснить, но был изгнан с глаз долой, со... Стас, не сейчас. Что-то тут не так. Да, то есть, видишь, кто-то, короче, просто поменял эту точку. Эту точку поменял и... И мы просто, короче, прилетели вот сюда. А кто? Это может быть сам этот Джим, который, блин, нас взял, отключил, да? Так. Нам с вами Опа, ёб твою мать. Это кто нахер? Да где, черт, квантовый коммуникатор? Коммуникатор. А, он ищет коммуникатор свой квантовый, чтобы... Ага! А ну стой! Еще тебя мне не ходил. Неплохая попытка! Ах ты скотина! Сферы неактивны!
Все системы отключены. Опять что ли? Поиск точек доступа. Опять что ли это нужно делать? Опять будет, да? Опять. Скажи еще 300 раз слово опять. Так, ищем. А, извиняюсь, не ищем, а мне нужно было нажать, да, я туплю. Я забыл просто про это. То есть... Релокация проходит подключение узла камеры. Это капитан Джим Эллис, наоборот, наблюдатель, как слышно. Мы слышим вас, оставайтесь на связи. Как я рад вас слышать, ребята, 90 минут ждать не пришлось. Оставайтесь на связи. Че? Прием, ЦУП, это капитан Джим Эллис, код... Капитан, код принят, оставайтесь на связи. Что за... Капитан, доложите о состоянии Сэм. Сэм неактивный, какие функции не работают, он не отвечает. Можете перепроверить? Мы пытались перезапустить и заставить ядро работать, но ничего не помогло. Может, проблема в питании, но я точно не смогу это починить. Оставайтесь на связи. Окей, мне нужно поговорить с Уиллом. Уильям Стаффорд, где он? Уильям слушает. Уилл, как я рад тебя слышать. Джим, нам понадобится немного времени. Уилл, что происходит? Поговори со мной. Да, я понял. Слушай, Джим, я все еще здесь, но мне нужно кое-что уладить. София тебе поможет. Уилл, подожди. Джим, оставайтесь на связи. Блин, я не понимаю, куда мне нужно двигаться. А по, чтобы она... Что там было? Стопэ? Панель управления... Мне нужно Vue 02 или какой там Vue был? Помнишь? Да я, блин, запутался. Юни 03, а мне нужно было куда? Vue 02. А это где? Ой. Данные восстановлены. Но это ничего мне не поможет, да? Может быть, мне его нужно чпокнуть или как? Все закрыто. Не видно. А где мой этот-то? А, у меня нету... Куда я попал? Сенсор окружения. Блин. Пароль какой-то, смотри. 2491, от чего? А где здесь? Что здесь есть запароленное? Подожди, 2491. Есть ноут или что? А, да, вот есть. Во! В смысле? А, нет, вот этот ноут. 143. А сколько там было? 24... Блин, я забыл. 24 сколько? 2491. 2491. Запомнил, да? 24 91. Сообщение домой, Сэм. Привет, это я. Все еще тут. Считаю дни до нашей встречи. Тут очень здорово. Коллеги просто отличные, но... С таким оборудованием я тут не особенно-то нужна. Я не знаю, зачем я здесь вообще. Я могла бы с тем же успехом быть дома. Прости, извини, правда. Отвратительный день, только и всего. Я попробую поменяться сменами, чтобы мы могли наконец поболтать лично. Так, Юни 04. Юни 03. Блин, а мне нужен Юц. Центральный узел. А, это то, что мы с тобой, помнишь, чинили. Ай. Так, и чего? Система охлаждения. Блин. Непонятно, куда... А, вот сюда можно, да, двинуться? Или я отсюда пришел? Нет, по-моему, я... Не приходил, ничего не понимаю пока.
Так, в маленькие эти дырочки суемся, да, пока что. И 0.2, 0.3. Кит 03, чего тут? Что-то должно быть, правильно же? Если тут закрыто. Зачем мы сюда пришли? Что тут горит? Что-то горит тут? Панель управления люком. Нет, ну я не могу в люке пока влезать. Он же отключил меня. Мне нужно как раз таки в мейнфрейм вот этот залезть, чтобы я мог что-то хоть делать. Там цифры или нет? Тест 1.986. Пока не понимаю, ребят, запутался кардинально. Нету пока ни хрена, да? Блин, куда нужно лететь-то? Ни черта не понимаю. Он еще нас, видишь, схватил, поэтому... Тоже как бы косяк был с моей стороны определенный. Данные восстановлены. Хорошо. То есть мы здесь... Ладно, давай-ка туда дальше полетим. Так, июня 03. Блин, да, мы, короче, тут запутались с вами. Куда лететь-то? Подожди. А мы не... Июня 03... Данные восстановлены, да? Включить. Нет, не сканирование. Что это за документ такой? А, так это мы же уже здесь были, ты чего мне гонишь-то? Так, нет, этот мы, значит, тут уже все сделали с этим ноутом, да? Вроде как прослушали тут. Это куда, я не понимаю. А, вон какой-то люк. Панель управления люком. А, так это... Ноутбуки. Я забыл... Забываю, что тут еще есть... Подожди, а мы же тут были, июня 04, да? Короче, надо все штуки игры вспомнить. Тут есть хабы, тут есть вентиляция. О, нашли. И кто хотел сказать, что вентиляция еще... Ой, не на shift. Ой, о чем мы отлетели? А, сука, где вентиляция? Опа, вот она. Я только хотел сказать, что есть вентиляция еще в этой игре, и еще что есть тут всякая-всякая, всякая-всячина. Июня 03. Юзово. А почему не могу? А, все, могу. А вот могу. А вот и я с вами опять. Так. Это этот мудак там ждет, типа, да? Так, от него надо, короче, типа, от него подальше, чтобы он нас не схватил ропой. А, куда подальше? Мы не можем никуда дальше. Пироболт не активен. Подожди, а мы можем от него? Мы не можем, мы только к нему, типа, да, можем? USV. Опять? Что-то еще... Мне нужно тебя выключить. Да ёптель, неактивны. Ах ты скотина, тварь. Сфера неактивна. Опять, короче, будем делать. Да ё-моё, как же ты меня бесишь-то, а? Ой, сколько еще интересно нужно будет, этого говна делать, чтобы... А, уже два у меня, то есть, типа, нельзя, последний раз и все. Июни 06. А, ноутбук.
А, ноутбук. Юни 06. А, мы, кстати, здесь были или нет? Юни 06. Не были. О! И... Энергохаб теперь через тоже эти штучки нужно. Активно. Заработало говно, отлично. Ноутбук. Реактор. А, Джим, Сэм, пожалуйста. Подтверждаю, я наконец-то закончил цикл тестов на AR. Знаю, Джим, я задолбал, но он работает уже не первую неделю. А эти дурацкие проверки сожрали кучу моего времени. Я должен был заниматься тестами для Мэнс США в это время. Наверху будут рвать и метать. А в чем у Хьюстона проблема с моими результатами? Не понимаю. Зачем они их по 10 раз перепроверяют? Ладно, плевать. AR в режиме ожидания, готов к свершениям. Конец сообщения. Так. И. О! Вентиляция тут есть, да? Так, ну подожди. Вентиляцию-то мы заглянем. А, тут-то. Мы в июне 06-то были или нет? Подожди. Я просто что-то не помню. По-моему, в июне 06 не были с тобой. Или были? Пу-пу-пу-пу-пу. Или не были? Вот тут что за... ноут. Вон, что за ноут? Вон. Ага. Не, мы с тобой здесь, по-моему, не были в июне 05. Лично. Джош, Сэм. И я тут шла спать и нашла записку, которую ты спрятал перед сменой. Я тоже тебя люблю. Увидимся, как проснусь. Эмма Фишер. Слушай, ну она умерла же уже, да? То есть мы сейчас чем будем заниматься? Так, то есть тут проходки больше нет никакой, только сюда, да? А с этого, с июня, могу я куда-нибудь еще попасть или нет? Июня 06. Так, подожди, надо запомнить, где мы видели вентиляционный люк, чтобы не быть в лошарах, да? Бля, а где мы его видели? В июне 06 мы где-то... Я забыл, где люк-то был? Где-то принтеры. Нужно, подожди, перевернуться. РКСК? РКСК? Бля, а где был люк-то? Вентиляционный. Ой, бля. Июне 06. Ну и чё? А, вон люк. Так, подожди, но мы здесь были. Мы-то здесь были. А подожди, там уже можно вон еще куда-то улететь. Какую-то инфу, нет? Вот, да, вот сюда. Юни 06, это, да? А, Рус 1, вот. А мы были на Русе? Подожди, я что-то забыл. Я просто не помню, реально. Мы, по-моему, здесь не были. А, были. Мы были. Мы здесь были, да. Да, все, помню, все вспомнил. Так, то есть нам-то, короче, теперь только в вентиляционную эту шахту попасть. И дальше смотреть, что там будет. Я надеюсь, что мы успеем доехать до... Так, июня 06, а теперь откуда? Не сюда, вот туда, в этот. Все. Я надеюсь, мы успеем доехать до... Че там нужно включить-то, я забыл. Этот... Подожди. Тут с этим переключением камер... А, вот он, да, вижу, люк. С этим переключением камер это не очень, как бы... Не очень прикольно работает. Ну, то есть, когда ты крутишься, ты не очень понимаешь, где ты вообще понимаешь. Ну, как бы, где ты. Ну, на этом как бы завязана вся. Приболт. В смысле, вентиляция. А где был приболт? UZC. О, мы, кстати, почти уже у цели. Так, нам, соответственно, в одну сторону, эту в ту. А что за приболт? Приболт это как? Это что такое приболт? Для чего он нужен? Не, приболт не активен. А, подожди, я могу его сделать активным, типа?
Нет, не могу. Так, здесь что, ноутов ничего нету, здесь только у нас это самое, да? Прикольно. Опа. А он куда ушел? А где эта хрень? Юзес. Нам вот туда, по-моему, да? Ага. Вот он, мейнфреймчик. Мейнфреймчик наш. Соединение. Опа-на. Удаленный запрос. И здесь с активности. Квантовая... Система администрирования и обслуживания активна. Я здесь. Твою ж. Мы получили ответ от Сэм. Оставайтесь на связи. Сэм, это Уильям Стаффорд, Хьюстон, Центр управления полетом. Идентифицирую, предвестник 1. Сэм, мы сейчас говорим с капитаном Джим Эллисом, но МФ в предыдущем сообщении говорил, что он мертв. Мне нужны данные с датчика Джима. Доложить о статусе Джима. Датчик сотрудника. Джим Эллис. Активен. Джим Эллис активен. Доложи вам местоположение жизни, пожалуйста. На капитан Сиврус 06 и 01 одновременно. Сэм, это какой-то бред. Его жизненные показатели. Капитан Джим Элиас скончался. Сэм, покажи его на камерах, давай. Подожди. А, он где он? Был. Джим Элиас. Юц 01 или Рус 06? А где он был сдохнутым? Рус 06, по-моему, да? Или Юц 01? Нет, по-моему, Рус 06 он был этот. Рус 06. Почему недоступно-то? Капитан Джим Эллис находится в РУС-6. Сэм, сейчас транит видео с РУС-06, где ты, судя по всему, находишься. Нет, я в ЮЦ-01, рядом с коммуникатором. Что ты имеешь в виду? Уилл, я в ЮЦ-01, рядом с коммуникатором. Наверное, запись устарела. Джим, где Эмма? Эмма? Она погибла. Она вышла за пределы радиус, так что не могу сказать наверняка, но... Оставайся на связи. А что насчет Эммы, Сэм? Она больше не связана с нами? Ее статус? Датчик Эммы Фишер активирован. Жизненные показатели местоположения. Местоположение Фишер неизвестно. А что насчет ее жизненных показателей? Состояние Эммы Фишер критическое. Сердцебиение очень слабое. Вы можете ей помочь? Окей, сейчас, Сэм. Сэм, я сейчас активирую протокол безопасности управления. Мне нужно, чтобы ты отключил командные терминалы Альфа, Гамма и Дельта. Я снимаю предохранитель, чтобы ты смог это сделать. Слушай, Эм, нам придется пока свернуть этот разговор, извини, но без командного я ничего не могу сделать. Погоди, стой, Уилл. Мне нужна авторизация, чтобы отсоединить спасательный челнок в РУС-06. Если я возьму всю энергию, что есть, и покину сеть, вы меня где-то на полпути сможете подобрать. Джим, просто не предпринимай ничего, пока. Я подохну здесь, если вы мне не поможете. Это же я, ребята, Джим Эллис. Код 1... Оставайтесь на связи. Твою... Вы же сказали, что я должен был только доставить станцию на точку и мониторить происходящее. Вы говорили, что когда мы будем уже близко, я смогу свалить отсюда на РУС-06. Что изменилось? Я должен был просто доставить команду на точку уйти. Я мог из земли этим всем заняться. Я все сделал, я доставил их вовремя. Слушайте, если вы переживаете, что я крышу поеду по пути домой, то как-то поздновато уже. Загрузить из окна получено сообщение. Что за сообщение? Здесь? Из окна коммуникации, подожди. Ага. Входящее. Протокол отмены команд. Используйте табличку в случае необходимости обхода систем безопасности. И... Так. Сделали.
А что мне теперь нужно сделать-то? Подожди. Запустить альфа-гамма-дельта на командном терминале UTS-02. UTS-02? А, UTS-02, UTS-02, UTS-02. Ой, это Юни, забей. UTS-01, UTS-02. Подожди, UTS-02 на командном. Просим сброса звеньев. А это что? Командный терминал. Система соединения, удерживайте. Удерживаем. Выбор адреса. Что? Выбор переключателя обхода. Печатная плата. Деактивация. Ошибка протокола отключен. Выбор адреса протокола. А, так, стоп, подожди. Мне нужно что? Входящее. А, ядро памяти. Так, ядро памяти. Лично. Смотри, сколько тут много, я еще всякого не этого самого не отгадал. Домой день не задался. Эксперименты. Новая траектория. Пом-пом-пом. Взор функциональной станции. А подожди, а что, мне нельзя было, что ли? Данные журнала Тору. Журнал экспериментальной флеш-памяти. Типа и все. В смысле? А где ядро-то? Блин. Что вы гоните-то мне? Что-то не понял я, подожди. Что за сброс звеньев? Я просто не успел там прочитать-то что-то. Сейчас недоступно. Сейчас недоступно, так, хорошо. Давай, мне нужно альфа, гамма, шбета, шмета, кента, бета, бета, бета. А! Используйте эту табличку в случае неблагодарного хода системы безопасности. Все. А мне нужно какие включить-то? Подожди. А, вот так мы... А, не можем. Разъединение. Ноль. Альфа, гамма, дельта. Альфа, альфа, гамма, дельта. Альфа, 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 Д-76. 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 Ошибка протокола отключен. Выбор переключателя для обхода. Да, подожди. Д-76. Что за альфа? Д-76, альфа. Д-76. Ну, а вот это что такое? Выбор приклеп... Что за... Что за переключатель-то, я не понимаю. Что значит переключатель? Если вы это люди, мы с ним забыли все. А переключатель-то? Что за переключатель? Не, не хочет. А, по нам... А, Д-76. Семь, семь, семь он идет. Нет. Я тоже пробовал. Нет, не хочет. Д-76, подожди. Д-76 идет вот так вот. Жбуньк. Ну, то есть непонятно, куда он жбуньк. А где я должен цифру-то? Ну ладно, Д-76, 6. Нет. А я все цифры уже перебрал. Ты что, гонишь?
Нет. Мне нужно... Что мне нужно сделать? Он здесь вот расходится. 4. Он может быть либо 4. Ну давай, D7-6-4. Не знаю. Так, короче, тупим дальше. Значит, у нас альфа, да, опять D76. Как я понял, я не знаю, вот что-то нужно вот с этим сделать. Но я уже все цифры, по-моему, набирал, которые можно было. Окей, давай попробуем пятерку. Опа. Альфа отключен. Дальше что у нас там было? Альфа... Гамма и... Альфа, гамма... Дельта. Альфа, дельта, гамма, по-моему, да, у нас было по заданию. Альфа, гамма, Е43. Е43. Ищем, короче, здесь на плате ищем Е43. Правильно я понимаю? Е43. То есть нам нужно вот... типа Е43 до двойки, типа, получается, или нет? Ну, давай попробуем. Отлично, да, тоже сделано. Так, и... Блин, я просто не понял, я, по-моему, с альфа это все сделал. И у нас что там? В каком мне... H42? Где H42? Да пятеры тоже или нет? Ну, давай попробуем. А, нет, пятеры уже занято. Хера там, 8, наверное. Блин. Аж пятеру я пробую, а пятеру я не могу пробовать. Так, 8. А может единица? Блин, нет. Короче, аж 3. Да запарил. Но я не очень втыкаю, точнее, как бы втыкаю, как нужно. Ну как это проследить-то, я не понимаю. Вот он идет вот сюда, вот сюда. Четверку я набирал. Четверку я набирал. 1, 3, 4 я набирал. Эти все заняты. 6. 7. Давай в темпе, короче, запарил. Так, все, отключили все, да? Реалокация происходит подключение узлокамер. Судя по потоку данных, у нас все получилось. Хорошо, обрубай связь. Так нельзя. Уилл, подожди. Мы не можем дать тебе экстренный доступ. Будь на связи. Сейчас же, я сказал. Оставайтесь на связи. Так, нас опять зовут. Квадраты. Вилка и к земле. Квадраты, вилка, к земле. Квадраты, вилка, к земле. А это, короче, ну мы разговариваем. Это как в фильме «Прибытие». Так, давай следующее. Квадраты опять. Вилка опять. К земле. А, я, может быть, не те квадраты вел. Ёпти. Тут два... Ну, смотри, тут другие... Тут разные квадраты. Ёпти. Я даже не заметил. Так, что сейчас будет? Квадраты с верхним квадратом. Вправо штучка и к земле опять. С верхним квадратом там было, да, вроде? Это не к земле, это типа точка движется к какому-то этому. Какой-то фигне. Точка движется к какой-то фигне. Так, еще разочек. Кружочек. И к
Токсик. И квадраты. Так, главное, короче, квадраты не перепутать, да? Так, было S, 1. И, а квадраты с каким квадратом? По-моему, вот с этим. Ну, вроде должно сейчас все пройти. Прям, ну, прям на изи. Убить его. Похоже, остался только ты. Сэм, не вмешивайся. Господи. Сэм, что, черт возьми, происходит? Сэм, отвечай, что происходит? Какая-то жижа, что ли, его? И что я с ним? Статус неизвестно. Или что, какие-то щупальца его? Я не понял. По-моему, на него что-то вылилось. Черное что-то, нет? Статус неизвестно. Я изменился. Все, с меня хватит. Релокация. Происходит подключение. Сэм, что это еще такое? Ну, давай. Сэм, включи панель управления шлюзом. Открой мне шлюз, и я пойду, окей? Убить его. А как я его убью? Don't move. А как я его убью-то, алё? Не понимаю пока. Не, система коммуникации недоступна. А, может, наоборот, надо этот открыть шлюз какой-нибудь наоборот. Сейчас, погодь. Чтобы он задохнулся, ну, этим. Где мы сейчас находимся, подожди. А, мы только здесь и находимся, что ли? Бьютс 01? Бьютс 01 можно же открыть? Управление и навигация, система жизнеобеспечения. Бьютс же можно открыть этот, или нельзя открыть этот? Монитор. Что там у него? Ноутбук. Так я так подозреваю, у меня вот туда надо, короче. А это что за ноутбук? Сейчас, мне нужно закрыть его, короче, здесь. И все. И открыть этот. И открыть этот, ну, чтобы он вылетел, нет? Или я не прав? А я могу только на... Да блин, а я же... А как я мне открыть ту дверцу? Вот туда как попасть? Или нет, как его можно убить? Я не понимаю пока. Или что мне нужно сделать? Ну и чё, мы должны как-то по-другому? А, или подожди, он же... Сейчас, стой, он же может, типа, схема. А, помнишь, у нас что-то заблокировать нужно, заблокировать. И L4 нужно. L4, так, двоечка. Раз, два, три.
Люк заблокирован. Сам, come on, man. Да, все, нужно, короче, заблокировать, а не это самое. Ой, нет, не открыть, закрой. Закройся нахер. Заблокировать. И это все, это твой план? Ну, вроде да. Вроде такой был план. Хотя не знаю. Люк заблокирован. Не надо, я верну ее. Я пойду наружу и, пожалуйста, Сэм. Терминал системы жизнеобеспечения. Системы соединены. Погнали. Доступ получен. Обнаружены биометрические данные. Запуск дешифровки. Отклик. А, ну мы сейчас типа через капитана возьмем и отключим жизнеобеспечение, и он умрет. А я должен водить или нет? Не-не, мне нужно вести, типа, да, или как? One. Zero. Four. Предпоследнее, последнее место мне нужно. Двойка последняя, а предпоследняя единица. One. Two. Доступ получен, обнаружены биометрические данные. Терминал системы жизнеобеспечения. Все люки заблокированы. Датчик активен. Запустить его сюда нарушает взяли, не знаю. Экстренный продув. Деактивировал нас. Запускает только в случае нарушает атмосферу для изоляции модуля. Ну. Деактивируется в соответствии с протоколом безопасности. Датчик активен. Подожди. А, вот так, данные недоступны. Твою ж! Что произошло? Ну, он задыхается, короче, да? Вот так вот собственными руками убили человека. Непонятно за что, но... Интересно. Так, пошел сейф. Но, ребят, я на этом остановлюсь. Закончим эту серию на этом. Ребят, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шумыга, всем счастливо, всем пока.